Зов неизведанного всегда был одной из главных движущих сил человечества. Жажда открытий вела путешественников через многие трудности. Они месяцами ютились в трюме кораблей, изнывали от жары в пустынях, замерзали в горах, мокли под проливными дождями. И все это ради одного, ради свободы, которые дают путешествия. И сегодня мы хотим открыть новые грани этой свободы. Туристический прицеп «Свобода» для комфортных путешествий – это новый взгляд на устройство кемпера. Алюминиевый сварной каркас, укрепленный арочной системой, вместе с алюминиевыми композитными панелями позволяет создать прочность и легковесность конструкции. Внутренняя отделка выполнена из специального автомобильного АБС-пластика. Также наши кемперы утеплены и пароизолированы, что позволяет комфортно эксплуатировать прицеп при низких температурах и в условиях повышенной влажности. Комплектация «Полная свобода» оснащена продуманной системой электроснабжения, разведенной на кухню и спальный отсек. Здесь мы видим управление светодиодным освещением, два USB-разъема и розетку на 220 вольт. Таким образом, возможно комфортно выполнять удаленную работу, находясь на берегу уединенного озера. Также в кемпере установлена продуманная система вентиляции. Отток и приток размещены на разных уровнях горизонта, в ногах и у изголовья для лучшей циркуляции воздуха. Кроме того, тонированные окна открываются на проветривание, оснащены москитной сеткой и плотными шторами. Обладая глубокими познаниями в мебельном производстве, мы снабжаем каждый кемпер удобным матрасом, который трансформируется в диван, а также в большую двухспальную кровать, где легко разместятся два взрослых человека. А для ребенка предусмотрена возможность установки специальной полки из ламинированной фанеры с бортиком и матрасом. Крышка багажника открывает доступ к кухонному отсеку, выполненному из ламинированной фанеры, отличающейся практичностью и долговечностью. Здесь мы видим раковину, подключенную к баку для воды на 38 литров, и ряд отсеков для хранения. Обратите внимание, крышка багажника образует арку, позволяющую укрыться от дождя. В правой части модуля расположены элементы электроснабжения, надежно защищенные системой предохранителей. На столешнице может располагаться газовая плита. Таким образом, кухня полностью функциональна и подходит для приготовления блюд любой сложности. В нашем кемпере предусмотрено несколько вариантов питания аккумулятора. От бензинового генератора, внешней сети 220 вольт или от установленной на крышу солнечной панели. Доступна комплектация с двумя панелями. Работая с 1992 года, мы постоянно совершенствуем наше производство. При сборке кемперов «Свобода» используется профессиональное оборудование, обеспечивающее скорость и надежность производства. Мы осуществляем доставку в любой регион страны, выполняем сервисное обслуживание и предоставляем лучшие условия покупки. Туристический прицеп «Свобода» – это возможность доступного и комфортного отдыха в любых условиях. Откройте свободу путешествий!